Всем привет, друзья! Сегодня приехали в магазин продуктовый Крогер, такой называется, мне нравится, там много скидок разных. Продукты качественные, хорошие, морепродукты, мясо, овощи, фрукты. Так что давайте вместе сделаем шопинг, посмотрим, что продаю, что почем, так что пройдемте. Смотрите, ребята, мясо вот у нас именно есть скидка. Курица 5 большая, 5, 5,20. Ребрышки вот такая большая, $8. 8, 9, 10 долларов, в зависимости от ребра, да, вы сделаете на рубля. Смотрите, за фунт $3. Большие такие куски. Вот большой $54. Такая скидочка. Пойдемте дальше. Пойдем искать Bubble Tea. Меня подписчица попросила сделать обзор на Bubble Tea. Только их надо найти. Такие вот отделы большие. Молочка. Мороженое. Пойдемте выбирать мороженое. Сухие, разные завтрак, протеиновые, дети очень любят в школу, не только, взрослые тоже. Смотрите, с ежевикой 4,29, клубничка. Корма очень много всего. Молоко. Оно долго хранится, кстати, молоко. Это. Кашки очень вкусные. Я люблю вот такой вот. Яблочко и корица 3,49. А теперь заходим в мороженое. Смотрите, летом оно актуально, хотя у нас уже не лето, но в Америке еще лето. Что будем выбирать мороженое. 3,49 вот такие вот. Вот большие, $5 такая большая, хороший бренд. В принципе, Орео. Кто любит Орео, мороженое с печеньками? Посмотрите цены, кому интересно. Тоже хороший бренд, вкусная. Это вкусная, мне нравится. С печеньками, шоколадная. Неаполитанская, наверное, все знают. 3,79. Шоколадная, клубничная и ванильная. Вкусная. Мы идем к маленькому. Вот, наверное, возьму 2,79. Такое вот. Что? Моретто, вишня,
Хотя фисташковое тоже я люблю. Очень вкусненько. Попробуем, наверное, вишню амаретто. Будет плохо. Такое вот. Стоит 2,79. Твикс и Сникерс мороженое. $3. 2 за $6. Твикс и Сникерс. Оно очень сладкое, если честно. Клубничка. Ну, малиновое дорогое. 50 маленькая баночка. Кстати, можно попробовать маленькую за $1.25. Давай. Лишь больше есть. Ах, ты холодильник. Интересно. Такие мороженки. Ну все. Уже готовятся к Хэллоуину. Здесь в Америке его этот праздник уважают. Вот такие вот тыквы продаются. А ну-ка, ребята. Ой, смотрите. Прикольно, да? Вот маленькие. Ну-ка. Сейчас плохо видно. Смотрите, это подставки, наверное, разные. Вот такие вот штуки. Друзья, самое мое любимое дело в этом магазине. Кролик. Это, конечно, отдел цветов. Какие здесь красивые цветы. Посмотрите, какие колокольчики обалденные. Цветочки разные. Ну, например, вот такие вот хризантемы $7. Такой кустик, да. Это один из магазинов, который, ну, дорогой. Обалденные домашние кактусики. $14. Кактусики, да, суккуленты, которые можно повесить, обалденный, $20, ну, вот такой. Да. Очень мне нравится, но здесь покупать не приходится, красота, потому что цены кусаются. Хотя, кто меня смотрит, наблюдает за моими цветами, мои орхидеи куплены здесь. Я вам покажу, здесь есть стойка с акциями. И акционные цветы здесь продаются. Просто обалденно. Здесь я их и покупала. Вот такой вот бамбук. Почем такой бамбук? Цена. Цены спрятаны дорого. Вот мои орхидеи, здесь я их покупала. Такие малышки по $10. Красота. Готовая композиция можно купить. Сейчас с шампанским. Такие букеты, но они дорогие. $40 вот такой букет. Красивый, конечно. Ну, композиция. Это то, что человек собрал. Это уже все ценится.
красивые. Сочные 4,30 Классно, красиво. 3,70 это не по скидочной цене. Друзья, при входе в магазин здесь такая вот, что ли, дорожка. Ну, продаются разные цветы сезонные. Как я говорила, американцы любят цветы. Они всегда и летом, и зимой. Вот такие вот, как сезон сейчас осень. $8 хризантема, да. Хризантема есть вот такая вот красивая. Такие пышные, конечно, тоже. Все по $8. Но они почему-то у нас пропадают. Такой декор, это похоже гномик, тыквы как Хэллоуин, такие суккуленты прикольненькие, $17.